День российского предпринимательства отпраздновали сегодня в Серпухове. С профессиональным праздником представители бизнес-сообщества поздравили советник губернатора Московской области Александр Коган, глава муниципалитета Юлия Купецкая и почетные гости. В свой профессиональный праздник за круглым столом собрались предприниматели и почетные гости. Обсудили развитие среднего и малого бизнеса и, конечно, вспомнили период пандемии и как удалось пережить это непростое для всех время. Огромные просто слова вам благодарности за то, что вы это пережили. Сегодня я вижу знакомые лица, с кем мы работаем не первый год уже на территории городского округа Серпухов. Я рада, что вы продолжаете развиваться, за то, что вы приняли решение продолжать свою работу. У вас есть это чувство оптимизма, альтруизма, не боюсь этого слова, но и какой-то веры в лучшее будущее. Средний и малый бизнес в Серпухове не только выстоял в период пандемии, но и оказывал поддержку муниципалитету. Сегодня наградили лучших из лучших за активную жизненную позицию, большой личный вклад в реализацию программ социально-экономического развития, производства и промышленности городского округа глава Юлия Купецкая и советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган вручили представителям бизнес-сообщества почетные грамоты, благодарственные письма, цветы и подарки. По сути, работу, которую они оказывают, она не только в сфере бизнеса или в сфере предпринимательства, но они решают и социальные проблемы. Отчисления в социальные фонды всевозможные, это зарплата людям, это рабочие места и это отчисление налогов. Это все вопросы, которые решают социальные. А на эти средства, конечно, уже бюджеты различных уровней производят необходимые мероприятия, связанные с повышением качества жизни людей. Промышленность, сельское хозяйство, торговля, образование, медицина, сфера услуг – все эти отрасли сегодня активно развиваются, в том числе и при участии среднего и малого бизнеса. Мы, конечно же, должны сказать спасибо нашим предпринимателям, потому что их социальная ответственность и все проекты, которые они осуществляют, являются очень важными для всех категорий граждан и для маломобильных групп, и для детей из детских домов, и для всей общественности. Много промышленных предприятий, и практически все сферы охвачены бизнесом сегодня. И это хорошо, потому что, безусловно, это дает развитие всему округу, безусловно, дает конкуренцию для всех сфер народного хозяйства и повышает качество услуг. Поэтому развитие бизнеса, конечно, это очень важно во всех сферах народного хозяйства, во всех сферах жизни города Серпухова. Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, прошло в Серпуховской торгово-промышленной палате.